Все здравствуйте, меня зовут Данил Юсупов, и в мае 2020 года я возродил оригинальную систему МММ Сергея Мавроди. Ну, скажем так, официальный телеграм-канал вы можете видеть у меня над головой, Мавроди жив. Там в закрепах вся необходимая информация, предупреждения, правила в кавычках, ну, мои рекомендации, которые... Также есть мой блог, на котором также предупреждения, правила в кавычках, отзывы участников, вся необходимая информация о возрожденной системе МММ находится в открытом доступе. То есть вы можете изучить, почитать. Это мое видеообращение адресовано блогеру, назовем его так, точнее автору канала, YouTube канала Денис Лидер ТВ. Значит, он выпустил очередное свое видео, в котором, в общем-то, резонно обличил мошенников. Такие проекты, как Призм, там и все вот эти, в общем, раскольники МММ, если уж называть все своими именами. Это все верно, это все хорошо. Но, Денис, вы, на мой взгляд, как я вам уже в комментариях заметил, ссылку на ветку комментариев я оставлю в описании к этому видео. Работает это только, ну, на всякий случай сообщаю такие технические нюансы, что многие пользуются мобильной версией. В мобильной версии, если мне не изменяет память, эта штука не работает. Только в полной версии сайта YouTube на компьютере. То есть, если вы перейдете по этой ссылке, ветка комментариев, на которую я ссылаюсь, она будет первой, сразу под видео. Так вот, Денис, я вам там в комментарии резонно заметил, что все хорошо, но вы допускаете принципиальную ошибку. Поскольку вы не в теме, вы ставите... Точнее, вы как бы там уже оправдываетесь в этих комментариях, что вы там Мавроди, в общем-то, не оскорбляли и не сравнивали его с этими мошенниками. Но вы в своем видео говорите, что... якобы вот они бывшие МММщики. В общем, связываете явно их деятельность, вот эту мошенническую, лживую, с Сергеем Мавроди и с оригинальной МММ. Что в корне некорректно. То есть вы совершенно не в теме, я вам в очередной раз публично это повторяю. Но дело даже не в этом. Дело в том, что вы в комментариях пишете, что МММ – это финансовая пирамида, это по умолчанию мошенничество. Что я мошенник, ну и дальше там всякие оскорбления, я уж не буду опускаться до вашего уровня. Ну так вот, вот я перед вами, по вашему разумению, мошенник. Я вам там же в комментарии, в первом же написал, что я готов к публичному обличению. То есть для вас, как для экспертов в финансовых пирамидах, как, собственно, это все с ваших слов, из вашей риторики, вот из этой ветки комментариев, где мы с вами общаемся. Вы пишете, что вы все знаете, вы во всем разбираетесь. То есть вам не составит никакого труда обличить меня, глупого мошенника, собственно, уличить меня в мошенничестве публично. Представьте какой-то замечательный контент. Вот я, МММщик, мошенник, перед вами. Вот видео вам записываю, что я готов. Я вам даже фору дам, я вам не буду задавать встречных вопросов. Только отвечать на любые ваши самые каверзные вопросы. Представьте, какой это будет контент. Больше того, я хоть и скромный человек в целом, и, ну, не люблю всю эту публичность, но, тем не менее, свои разумные способности я достаточно трезво оцениваю. Поверьте, видео получится, вот наша беседа, крайне занимательной и, самое главное, рейтинговой. То есть, представьте, вот... беседу с мошенником, тем более вы эксперт, повторяю, вам так легко будет меня во всем уличить, обличить, все вот вывернуть наружу, содрать с меня все эти мошеннические одежки. Я думаю, грех отказываться от такой возможности, тем более я никуда не скрываюсь, я вам там написал свой телеграм-ник. Вы, конечно, странно отреагировали, Денис, вы призвали там на своем телеграм-канале, как прислали скрины, собственно, по-моему, ваши же участники к нам в чат. Мавроди жив, нижнее подчеркивание, чат. Максимально лояльный чат, между прочим. Баним только конченых, кто просто вот оскорбляет со своими там заднеприводными проблемами, приходит. Ну или спамеров. То есть людей, которые общаются, которые задают вопросы. Ну, То есть они там общаются и задают вопросы, вообще без проблем. Никого там не баним, вы можете даже МММ там как-то очернять там. Мы просто будем возражать, понимаете, достойно, по-человечески, с аргументами. Не просто вот там свое мнение лепить, а вот прям аргументированно. В общем-то, Денис, я вам предлагаю вот ту самую человеческую беседу, в которой я отвечу на любые, повторяю, самые каверзные ваши вопросы. И в очередной раз повторюсь, для вас, как для экспертов в пирамидах, вы так легко там уличили всех этих, обличили всех этих мошенников, Муратовых там и прочих. Я, в общем-то, рад, потому что они и есть мошенники. Это раскольники МММ, которые еще при живом Мавроди затеяли обман граждан. Причем сделали они это не от ума, скажем так, мягко выразимся. Не от большого. Вот. Но причина не имеет значения. Важны результаты дел. Они мошенники, да, все верно. Но Мавроди ставить с ними в один ряд указывает на ваше полнейшее невежество. Повторяюсь в который раз. Ну так вот, я готов ко встрече. Давайте вперед, дерзайте. Не упускайте такой возможности. Ну я думаю, почему-то уверен, что вы ее не упустите. Я готов. В общем, телеграм, этот самый, мой телеграмник, вы знаете. Мавроди жив, нижнее подчеркивание, чиф. C-H-I-E-F. И-F. Ну, в общем, вы поняли. До встречи.